Дорогие соотечественники, 95 лет назад Чувашия обрела государственность в составе России. Все эти годы мы живем по завету великого просветителя Ивана Яковлева, который говорил: «Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью». Сегодня Чувашия уверенно идет по пути инновационного развития. Это касается всех сфер нашей жизни. Мы открываем современные высокотехнологичные производства, которые успешно конкурируют на мировых рынках. Мы развиваем сельское хозяйство. Чувашия полностью обеспечивает себя продуктами собственного производства, причем продуктами самого высокого качества, экологически чистыми, полезными для здоровья. Мы модернизируем транспортное сообщение. Сегодня все населенные пункты республики надежно связаны единой транспортной сетью. Мы много строим. Немногие регионы Российской Федерации могут похвастать такими темпами и объемом жилищного строительства, как у нас. Наши школы и детские сады – одни из лучших в России. Мы вкладываем инвестиции в человека, инвестируем в образование, создаем базу для развития научного потенциала республики. Мы верим в нашу молодежь. У наших юношей и девушек есть все условия для получения качественного образования, востребованной профессии и дальнейшей самореализации. В Чувашии сегодня созданы все условия для занятий физической культурой и спортом для людей любого возраста. Это основа нашего здоровья и долголетия. Стабильная общественно-политическая обстановка, развивающаяся экономика, прозрачность власти делают Чувашию инвестиционно привлекательным регионом. За последние 4 года в республике реализовано около 100 знаковых инвестиционных проектов. В экономику Чувашии привлечено более 130 миллиардов рублей. Создано около 19 тысяч высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Мы выполняем все взятые социальные обязательства и расширяем их. Мы с уважением относимся к людям старшего поколения. Принятое решение о присвоении звания ветеран труда по трудовому стажу позволило увеличить количество ветеранов труда на 35 тысяч человек. Каждый третий житель республики пользуется различными мерами социальной поддержки. У нас нет нефти и газа, нет золотых россыпей и алмазных копий. Наше главное богатство – это люди, трудолюбивый и мудрый народ Чувашии. Все преобразования, которых удалось достичь в последние годы, это результат труда каждого нашего жителя. Это наша общая заслуга. Впереди у нас много дел. Предстоит решать сложные задачи, но мы уже неоднократно доказывали, что вместе нам все по плечу. В единстве наша сила. «Едем дени ишпебага» – человек славен своим трудом, говорили наши предки. Выражая глубокую признательность всем, кому не безразлична судьба родного края, кто трудится, не покладая рук, чтобы сделать его еще краше и богаче. Дорогие соотечественники, от всей души поздравляю вас с Днем Республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, добра, мира и любви.